В Израиле вновь ощутили подземные толчки на фоне очередного землетрясения в Турции и Сирии. Эпицентр магнитуды 6,4 располагался на глубине 2 километров. Система предупреждения не была активирована, так как толчки не представляли опасности для жителей страны. Полиция сообщила, что не получала информации о пострадавших и ущербе, нанесенном имуществу. Отмечается, что в еврейском государстве возросла вероятность крупного землетрясения после разрушительного бедствия в соседних странах, где общее число жертв превысило 46 тысяч. Служба тыла напомнила, что в случае подземных толчков необходимо покинуть здание в течение нескольких секунд или войти в защищенную комнату, оставив дверь и окно открытыми.